Привет всем! Сегодня у нас уже 2 июля, и грибники пошли в лес. Целый день идут дожди у нас. К вечеру немножко разъяснило. Надо посмотреть, есть грибы в лесу или нет. И вот такие вот боровички. Один, второй. Здесь еще один. Вот грибок. Вот только зашли в лес, и уже вот несколько грибочков. Комаров практически нет. Нашли несколько свинушек, и там сейчас надо будет достать небольшенький вот такой вот подберезовик. Зацветает лобозник. Такие вот цветы ароматные. Вот такой вот лес. Березки. Вот нашли такие большие свинухи, уже переросшие. Ничего, он еще один какой огромный. Посмотрим, чистый или нет. Грибники наши ходят, собирают что-то там. Никого особо нету. Здесь погорело все. В общем, грибов тут мало. Осины вот так посогнулись все. Тут тоже упала такая осинка. Вот такой вот лес. Комары кусаться стали. Мазью особо неохота брызгаться. Такая осинка. Птички поют. Много столько гусениц, которые едят лес. В общем, вот так вот.